Смертность среди населения по области по сравнению с 2021 годом снизилась на 31%. Из них по системе кровообращения 17, туберкулез снизился на 7%. При этом материнская смертность на 43%, а младенческая на 10% меньше. За последний год в сфере здравоохранения региона много успехов. В области медицины за последний год сделано немало работ. В частности, при поддержке Акимата были приглашены израильские врачи и проведен мастер-класс для местных специалистов. Цель – повышение квалификации местных врачей и качества медицины региона. Также служба скорой помощи пополнилась 20 новыми автомашинами. Это означает улучшение оказания первой помощи и спасение жизни людей от смерти. Особое внимание уделяется подготовке специалистов и техническому оснащению. В прошлом году была проведена большая работа по улучшению инфраструктуры, по работе по привлечению специалистов в наш регион, а также по повышению квалификации специалистов. В рамках этих мероприятий в прошлом году начато строительство 5 медицинских пунктов в сельских округах, а также начато капитальный ремонт в областном перинатальном центре, а также в областном туберкулезном диспансере. В сфере здравоохранения области 35 медицинских учреждений, в которых работает 6813 специалистов. В микрорайонах Уиркен и Нурсая планируется строительство пристроек городским поликлиникам номер 4 и номер 5 на 250 человек. Кроме того, в этом году начнется строительство областной онкологической больницы. Также начато строительство амбулаторной поликлиники в 5 селах области. Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы около 90 медицинских учреждений области будут обновлены, говорит руководитель управления. А также в прошлом году из местного бюджета было выделено средства на повышение специалистов. В рамках этой программы было обучено более 900 медицинских работников, 105 из них в зарубежных клиниках, клиниках Израиля и Германии. Эта работа непременно будет продолжена и в текущем году. Жалпы өлім жетім көрсеткіші 30% төмен деп отыр. Также проводится работа по повышению имиджа медицинских работников. Эти меры будут способствовать устранению дефицита специалистов в сельской местности. Работа по устранению дефицита специалистов в области ведется на основании специального плана управления здравоохранения и областного акимата. Серик Жексембайұлы, Талғат Қуанышев, Алишер Тулеген, телеканал Атырау.